Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 13 октября 2017 года. Построили теплицу арочная, нестандартной ширины, нестандартной длины. Ширина теплицы получается 2 метра 70 см, длина 5 метров 30 см. С одного торца у нас разрезная дверь форточка, с другого торца просто форточка сделана. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 20. Карке сверху приварен усилитель. Обварка деталей выполнена в круговую. Сама конструкция стоит на деревянном основании. Снизу в качестве отлива приспособили уголок 50 на 50. Поликарбонат у нас здесь 4 мм, 0,6 плотность. Также для большей прочности установлены у нас диагонали у косины. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!